Уже в сентябре президент Беларуси посетит столицу Узбекистана. В ходе визита Александра Лукашенко в Ташкент планируется подписать пакет соглашений, который состоит из 11 проектов в самых разных сферах сотрудничества. В преддверии важного для развития обеих стран события делегации Средней Азии знакомятся с потенциалом Синеокой. Сегодня 15 бизнесменов из Самаркандской области приехали в Абруйск. Наши предприниматели заключили ряд контрактов здесь в Беларуси, не только в Могилевской области, и с другими. В основном это идет экспорт с Узбекистана в Белоруссию, именно плодовочной продукции, а также сухофруктов. В программе делегации посещение нескольких предприятий города. Первой презентационной площадкой стал «Фандок». Интерес партнеров вызывает именно фанерное производство. Деревообрабатывающая компания ежемесячно выпускает около 4000 кубометров материала, 90% которого идет на экспорт в более чем 20 стран мира. Кроме того, за последние два года «Фандок» в два раза увеличил свои объемы. А это значит, сотрудничество может стать новым витком развития предприятия. Делегация из Средней Азии ознакомились с нашими основными производствами, подразделениями, очень заинтересовала их фанера, очень заинтересовала их мебель. Поэтому, надеюсь на благотворные контакты, которые у нас в дальнейшем возникнут. Узбекистан заинтересован в белорусском опыте и технологиях производства. После посещения Белшины и Красного пищевика делегация встретилась с представителями Бобруйского завода ТДА, принадлежащего холдингу МТЗ. Направление сельского хозяйства самое перспективное для приезжих гостей. 12 бизнесменов из 15 посетивших Бобруйск специализируются именно в этой отрасли. Осмотрели на месте данную продукцию, испытали ее даже. Соответственно, цель, в конечном итоге мы планируем приобрести более 100 тракторов данного завода. Данные трактора будут использоваться на всей территории Республики Узбекистан, так как сады у нас расположены по всей территории Республики Узбекистан. В целом, для дальнейшего сотрудничества есть множество направлений. Инвестиции, создание совместных производств и предприятий. От машиностроения до химической промышленности. Уже завтра делегации из Узбекистана отправятся в Могилев на бизнес-форум, где найдут себе партнеров за делом на улучшение экономики. Мария Бресневич, Андрей Богдан, Павел Зуев, Бобруйск 360.